Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так, ну что, Лига Сёгунов 2 звезды у нас сохранилась? Сохранилась, ребята, ранг 67. Ай, даже не знаю, что сказать-то, ребят. Ну, в общем, будем пытаться сегодня хотя бы до Лиги Мастеров одна звезда хотя бы добраться, чтобы, ну, не с таким уж позором завершить неделю. Я так тебе скажу. Потому что завтра в понедельник, как говорится, день рабочий. Для кого-то у меня еще будет выходной. Но, тем не менее, это не спасает ситуацию, потому что понедельничка мы захватим всего чуть-чуть. А при том, что я еще завтра на тренировку опять же валю с часиков 12 в час и до, как обычно, до 4, где-то до 5 проволтузись, короче, то весь день, грубо говоря, будет потерян у нас. Так, ну ладно. Хотя, опять же, все зависит, ребят, как пойдет. Как у нас пойдет прогресс именно. Как тебе, блин, объяснить-то? Ну, как мы, Матвей, держи штучку бодрее. Штучку. Вот. Если пойдет все хорошо, по 10, по 12 ступенек будем пролетать, что маловероятно, то мы можем даже до Лиги Мастеров и 2 звезды скакать. Ну, это я еще раз говорю, ребят, маловероятно, что так будет. Такс. Сегодня что? Сегодня, ребята, в Стиме скачал PAL World. Это вот новая игра. Правда, она сейчас еще пока в раннем доступе. Но, тем не менее, мы, наверное, ее начнем, ребята, потихонечку проходить. Это новая игра по подобию покемонов. Что-то такое ловить. И скачал дополнение DLC-шку на игру Звездный Десант. Друзья мои, помните, да? Мы проходили, ну... Те, кто знает мой второй канал, естественно, в курсе дела. И поэтому тоже, ребята, в ближайшее время будем пытаться ее допройти, DLC-шку. Правда, там читал отзывы, мало миссий, по-моему, 6 всего миссий. Но бог с ним, главное пройти. Игра мне понравилась, она стратегия. Я думаю, что многие смотрели фильм известный, да, «Звездный десант», когда арахниды там всякие, жуки, вот против них, короче, будем бороться. Так что, мне бы, на самом деле, знаешь, что хотелось бы? Помнишь, чем заканчивается игра, ой, фильм? Когда они ловят этого, да? Управляющий разумом, роем этим. Мы же, когда прошли с тобой первую часть, основную, там же не было показано, что они уничтожили этого или захватили главаря роя. То есть, как бы, ну, конечного финала в игре нету. А стоило бы его сделать. Даже лучше бы было бы, чтобы мы его не захватили, а вообще к чертовой бабушке уничтожили. Так было бы, я думаю, справедливо. Хотя, судя по фильму, когда они захватывали, они могли что сделать? Ну, они могли отдавать через него приказы, да? То есть вот эти вот телепаты, которые могли понимать разум этих насекомых, они могли, в принципе, манипулировать через них целым роем. А там уже можно было делать все, что угодно. Хоть просто как этот, помнишь, в свое время-то мальчик с этой, с дудочкой-то, крыс-то в воду загонял. То же самое. Можно было бы просто их куда-то в определенную точку всех собрать и сбросить туда ядерную бомбу. Все. И на этом было бы завершение эпичное этой, как говорится, катастрофы. Ну да ладно, поиграем, потом посмотрим, что там, к чему и почему, и чем там закончится у нас. Пока, ребята, у нас все идет вроде бы довольно неплохо, я тебе скажу, по игре. Мы уже с тобой на 15-й позиции, то есть Лига Сёгунов 3 звездочки уже у нас в кармане. Уже лежит, барахтается. А вот Лига Мастеров 2 звезды, это, по-моему, ребята, заоблачные мечты мои туда попасть. Но я говорю, хотя бы одна звезда уже было бы неплохо. И сохраните этот результат до завтрашнего дня. Соответственно, мы с тобой получим мало, ребята, платиновых осколков. Ну что ж поделаешь. Ну вот так вот, ребят, получается. Все с моей смены, ребята. Вот когда начинаются утренние смены, это, считай, все. Это крах. Просто, ребята, я ничего не успеваю. У меня, грубо говоря, 4 дня вылетают просто пробкой. Я ничего не успеваю. А если этот, еще надо сходить на тренировку. Ну, в общем, понимаешь сам, да? Хоть ты разорвись. Поэтому и приходится выбирать либо снимать игровой контент, либо заниматься своими делами. Но так как у меня сейчас дел накопилось очень много, естественно, ребята, я выбираю дела.
делать, переделать. Хотя они никогда не закончатся, их все время много. Отлично, Крэнк постарался. Превосходно, я тебе скажу. Так, ну что ж, давай дальше посмотрим. Но есть. Ну что, ребята, Лига Сёгунов 3 звезды, 99-я позиция. Двигаемся дальше потихонечку. Так, берем Кожеголового. И... раз, два, три, четыре. Вот так вот. Фух. Ну, давай кубарем, катись по ним. Отлично, сыграли в кегли, называется, да? Просто всех вынесли на храпом. У меня, как всегда, ребята, я уже... У меня лежит от снятых 3 или 4 видосика. Все никак не могу выложить. Все никак не могу, ребята, выложить. Наверное, сегодня попробуем ближе к ночи, наверное, выложить. Там и серия про некроманта до сих пор висит. Вот. По черепашкам, по-моему, 3 серии. И Дракон Всадники Олуха снята серия. А такие планы были. Я, видишь, ХКР 2 не поиграл. Лесорубы против животных не поиграл. Что еще я там пропустил? Зомби Кэтчер тоже, ребята, не поиграл. Как бы вот так пока идет. Не в мою, ребята, пользу все. Вот думаю, ложишься спать, думаешь, ну все, завтра сейчас отдохну и с новыми силами приступлю. Угу. Приступишь с новыми силами. Пока то все 5-10, глядишь, уже, блин, вечер, блин. Пока снял 2-3 ролика, все, ребят, уже ночь. Зашибись, а были такие планы, да, как говорится. В ПВЗ-ху тоже, ребят, пока не играю. Ну ладно, там за кадром, пока до 30 ранга добрался. Надо будет... В принципе, с 30 уже можно будет снимать видосики. Так, 68-я. Блин, маловато идем. Маловато, ребята. Не получается у нас взять достаточное количество кубков. И персонажи у нас уже подходят к своему фиаско. К своему финальному концу, да? То есть они заканчиваются, проще говоря. Они у нас заканчиваются. Так, надо будет еще в Strike Force, ребят, зайти. Там у нас новый персонаж на открытие будет. Как-то раньше все... Ну, раньше, видишь, раньше я не занимался, не тренировался раньше. Как-то все было больше свободного времени, скажем так. Сейчас просто как-то даже не хватает. Ну давай мне 16-22, господи, что ты вала-то, как говорится, за хвост тянешь? Давай, наверное, возьму Лапекс. Сегодня, интересно, сегодня мы сможем прокачать Лапекс? А, вряд ли, знаешь почему? Мы с тобой мутаген вчера потратили. Мало того, что мы Рафаэля прокачали, так мы же еще с тобой и потратили ему на повышение скилла там приличное количество мутагена. Так что вряд ли сегодня у нас будет 30, сколько там, 32 или... 30,5 тысяч мутагена. Мы не наберем. Так, подожди, что это из-под контроля все ушло? Я не понял. Кто у меня тут основа-то? Зашибись. У меня основа это была Лапекс. Молодец, Рэй. Благо, что мы тут никого не потеряли. Что-то, видимо, заговорился и забыл, что, ребята, Лапекс-то у нас не топовая пока еще. 49-е место. Давай я возьму Супер Шреддера. Раз, два, три. Супер Шреддер, ну, в принципе, своей суператакой должен тут хорошо им нервишки потрепать. О чем я и говорю. Там еще постепенный урон на кого-то наложился. И сразу же, ребята, он был отыгран. В том случае, что они когда погибли. Так, 39-е место. Ну да, только вот только мы и сможем дойти с вами до Лиги Сёгунов. Получается. Вот и до Лиги Сёгунов, до Лиги Мастеров, ребят. Одна звезда.
Вот на этом у нас и хватит только запала. Так, Донни выжил. Ну, Донателло мы все уже, ребята, прекрасно изучили, что Донни сам по себе, априори просто он такой вот какой-то выносливый, я не знаю. По атаке он не очень сильный, а вот именно по выносливости, да, он хороший. 26-й. То есть, грубо говоря, это еще где-то поединков 2, да? 2-3 поединка, и нормально будет все. И опять начинает 16... Вот. Только уже хотел ругаться начать. Так, беру Усаги. Вот таким вот образом. Слушай, подожди, а Усаги у нас... Майки-то, по-моему, пошустрее будет, нет? Нет, не пошустрее. Ну и хорошо. Вырубили мы его. Так, давай ногти. Или когти, когти, скорее всего. Ногти этого не у них. Давай, Карайка, платину в рамку тебе. Хорошо, положила их. Блин, мы еще давно Tower Conquest, Steam War Legacy. Блин, столько игр накопилось. Steam World, Steam War Legacy, Steam World. Уже придумываю на ходу новые игры. Steam World Legacy, блин. Назовешь же тоже, Рей. Ну, ты, я не знаю, как. Чудишь-то по черноку. Когда они вот по этой пещере бегут, ребят, мне почему-то сразу вспоминается фильм «Индиана Джонс» с этими всякими ловушками, там, знаешь. Так, вот плохо мы. Хотя промахнулся. Давай паутинку. А, у них еще... А, у них уклонение, ребята, стоит. Это Карайка постаралась, да? Это, ребята, постаралась Карайка. Давай провокацию. Массово, конечно. Давай, Рафаэль. Не зря мы тебя тренируем. А Карайке хоть бы что? То, что понижение атаки, это все фигня. На тебе. Мы тоже понизили атаку ей. Давай, сила мысли. Готово. А, так он еще вот этой силой мысли, он делает, ребят, еще оглушение, оказывается. Вот оно что. Ты прикинь, какой облом, а? Мы даже до Лиги Мастеров не добрались. Вот это да, вот это Уэлсон, ребят. Вот это обделушки называется. Че-че, ну я-то думал, что дойдем. Так, 26, ребята, тысяч мутагена. 26. У нас даже еще откат не произошел по заданию, по ежедневкам. Прикинь? Ладно, у нас зато есть клан Фуд. Где нам нужно с тобой получать эксперт снаряжение. Так, снаряжение клан Фуд получили. Данные Кренгов. И сейчас будет компенсировать мозги мне, да? Жетон, потом осколки вот эти серебряные. Пицца вообще кончилась, сыр кончился, ребят. Я в шоке. Кстати, вот это событие, подожди, ребят, вот это вот событие, по-моему, да, вам надо будет проходить, ребят, это тем, кто хочет получить к себе Пита, Роквелла, Кожеголового и Слэша. Потому что здесь даются карточки за них, так что не забываем об этом, друзья. Так, ну что, вот такая у нас получилась сегодня серия. Немножечко коротенькая, ну, это из-за того, что, ребята, слишком мало времени прошло по откатам, по всему. Конечно, обидно, 7-й ранг. На Лигу Мастеров у нас вот такая, ребят, будет награда. Ну, 100 баксов, 55 платиновых осколков. На 20 меньше, чем на 3 звездах. А всего у нас 95. То есть, ну, за сотку мы получим 100 с небольшим будет осколков. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.